Hola, всем привет! Вы на канале Блондинка в Испании. Хотела показать наше утро. Сегодня невероятно красивый вид. Смотрите, на гору как бы немного упало облако. И часть горы закрыта облаком. Из-за этого, ну, как по мне, очень красиво смотрится. Такой вид, как из картинки. Кто-то мне, кстати, написал, что ничего красивого у вас не вижу, горы лысые, пустыня. Да, в этой вот именно у нас вот эти горы Мария Баиша, они вот такие вот немного пустынные. Видите, чуть-чуть дальше туда в сторону Кальп, там уже горы более зеленые. То есть это все зависит от местности. Здесь такие, а там немного другие. Вот такое вот утро у нас. Город только-только просыпается. Птички поют красиво. Сегодня, кстати, не слишком будет солнечная погода, переменная облачность. Солнце встает. Тучки все равно ходят такие тяжелые. Вот тучка плывет. Скоро такое ощущение, что гору нашу всю полностью закроют. Наш район, наш дом. Вот наш крытый бассейн, в котором зимой никто не купается. Сделан по принципу теплицы. Видите, на улице еще никого нету. Пора собираться на утреннюю пробежку. Очень не хочется это делать, но нужно преодолевать трудности. Красота. Вот такое вот оно утро в Испании. Все, увидимся на канале Блондинка в Испании. Адьос!